Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ребята, игрушка под названием Office Quest. Интересная тема, это квест на андроиде. Попробуем, да. Что это из себя представляет. Причем такая все, ну как сказать, стильно. В интересном таком стиле действительно выполнено. Короче, тема такая. Мы обыкновенный, ну можно сказать, клерк. Практически. Да, офисный работник, и вдруг какое-то появляется яркое пятно. В общем, это жанр еще point and click, то есть вы должны найти, понять, что нужно сделать. Так, эта дресня свалила. Короче, взаимодействовать тут с различными предметами. Да, как все обычно, верно. В общем, то есть мы, видите, не можем свалить. Мы такие раз отвлекли эту тетеньку и можем спокойно сваливать. Тикаем, тикаем. Ну, вы поняли, что мы... Прикалывает его костюмчик. Так да, только это что, собачка? Мне напоминает, если честно, бегемота почему-то. Ну, в принципе, так и есть. Короче, как я понял, единственная цель — это добраться до этой красной, не знаю, точки. Я надеюсь, мы доберемся. Ну, посмотрим. Слушай, так прикольно, он еще даже вот, ну, на передний план вышел. Ну да, да, да. То есть разработчики явно постарались над этой игрушкой. Причем она, по-моему, бесплатная, вот, как я помню. Да. Вот, то есть можете спокойно играть. Так, ну как вон видите... Вон басарь. Тут уже что-то это свеженькое. Будем сейчас разбираться, в общем. Это пиньята, кстати, как раз из бульбы, наверное. Сейчас разберемся. Сейчас. У кого-то день рождения, что-то, знаешь, не особо похоже на день рождения. Так. И что? Все очень такое радужное, конечно. Вообще, же. Ну, в принципе, супер-туса. Это интересная тема, так как это... Короче, Мишка, мы тут ничего не выбьем. Актуально, походу. Грубо говоря, каждый день одно и то же, все одно и то же. И вдруг что-то происходит. Но так как можно на этот предмет нажать, то значит, я, знаете, он я нужен. На таран пойду. Ага, он такой, работай! Такс, я как вижу, у нас есть здесь я вижу, вон ягодицы, пожарная сигнализация. Можно попробовать сейчас взять оттуда эту штуку. Так, погодите. Мужик нас, походу, запалил. Все, какой-то недобрый Микки Маус оказался. Еще прикинь, по башке бы нам сейчас треснул. Да, что мы вообще можем сделать? Мы можем, может быть, скрыто отсюда взять. Не, он опять же отсюда выходит. Нет. Швабра он стоит. Сейчас попробуем швабру взять. Так, вообще здесь есть инвентарь? Возможно ли... Так, предметы он может брать. Это замечательно. Так, понятно. Швабры... Так, понятно, все одни и те же движения. Ну, хорошо, не, что... Не, слушай, он сейчас опять возьмет. Окей. Так, погодите, что он... Слушай, а разбить вот мусорное ведро сейчас попробуем взять. Может быть... Понятно, мы вернулись. А, кстати, а почему бы и не попробовать? О, работает. Отлично. То есть, в принципе, здесь можно возвращаться. Предметы, я так понял, не нужно бери, выбирать. Бери молоточек. Да он никуда не убежит. Слушай, а им можно разбить сейчас будет? Или надо как-то обменять? Таким, я думаю, вряд ли ты что-то сможешь сделать. Хотя, ну, давай попробуем. Давай, может, какая-нибудь забавная сценка будет. Как видишь, понятно. Ноль эффекта. Так, попробуем подложить, сменить давай, ему. Давай, давай, давай. Может, давай. Он не заметит этого, мало ли что. Давай, мужик, сейчас, держи. Быстрее, а то сейчас повернется еще. Все, отлично, отдали. Все, тикаем, тикаем, все равно. Тикаем. Нет, тикаем, теперь тикаем. Можно разбить, я так понял. Спокойненько. И нажать. Короче, мы сейчас отвлечем вот этого басаря. Так, все, спокойно. Вон он начала хлыстать водичкой. Сейчас он, мне кажется, просто свалит отсюда. Мы спокойно. Понятно, он еще не сейчас... спокойно. Черна запалил, окей. Сейчас получается. Мы же смогли. Понятно. Понятно. Хорошо, что сохраняется. Давай, ой, ныкаться, ой. Ныкаться, ныкаться. Все, да, действительно, я что-то забыл по поводу этого. Все, он такой, оп, и сваливает. Такой злобный, мелкий басарь вообще. У нас. Так, теперь можем спокойно... Ну, пока, пока все. О, быстрее. А, слушай, я подумал, что он сейчас себе в башку выстрелит. Это фен оказался. Так, ну что, пошли так, тебе по погнали, лестнице. Так, погнали, короче. Спуск. Слушай, а почему мы здесь все время работаем в костюмах? Вроде раз ну, выход хэзэ, таким тут значком... Ну, хэзэ, тут, видать, знаешь... Это этот, как его, дресс-код такой, да, здесь походу. Местный. Так, он, короче, видишь, он не хочет спускаться. Ладно, давай на у лифте. Нас есть еще... А можем вообще просто, погоди, отсюда свалить? Мне кажется, надо на лифте. Сейчас, ничего здесь не работает. Да, походу, единственный шанс. Ну, просто лифт. Видишь, так как нам так-так надо спускаться. Что интересно, значит... было бы, если бы мы обратно развернулись... Чтобы это, этот заметил ли бы нас? Мне басарь? Кажется, заметил бы. Ну ладно, проверять я, конечно же, не стану, как говорится. Ну, понятно, приехали. Так, выбираемся, сейчас будем чинить, разбираться с этой штукой, что здесь находится, все. Так, короче, головоломка. Здесь еще загадки есть. А все такое так, миленькое. Ну смотри, у нас справа какие-то рисунки, не просто да. Так. Здесь у нас замок, так, что у нас есть? Ага, ключик. Облачко, человек. Тут, короче, видать, с ассоциациями. Понял, должно. Но провода просто так, видишь, как они идут. Черный провод идет в третью эту. Посмотрим, что у нас здесь есть схожее. Третья. У нас здесь бананчик звездочка. Какой-то. Нет, это месяц, это месяц.
Ой, все правильно. Да, второй все правильно, идет да. нас в первую, а там должен быть ключик. Ключ. Так, далее третий ди. А, нет, третий куда? Куда он идет? Вот сюда, вниз, в самом нижнем. Курочка. Курочка яйцо, у нас там яйцо было. Так, четвертый идет тоже в четвертую. Девочка. Да, получается? А, не в тучку. Тучки еще не было. Сейчас девочки либо мальчик, либо куклы. А, да, девочка. А здесь у нас все получилось. Всё. Смотри, ну? Как сообразили. И дальше поехал, наверное, сейчас. Да, я думаю, как-то оно восстановится. Да, конечно, понравилось, но опять же, давайте потом с этим разберемся. Как я понял, у нас есть еще советы. Ух, что-то здесь так, такое жесткое. Сейчас надо обязательно проверить и лампу. Лампа. Так, лампочка, походу. Так, значит, она нам будет нужна. Пригодится. Так, куда слушай, пойдем? Слушай, а, вон. Может, надо было могли проверить машину. Ого, тут куча народу. Какие здесь консультации? Червяк что-то делает. А, слушай, вот сейчас предметов много можем набрать в инвентарь. И, видимо, так, здесь что-то показывается. С вентилятором связано. И с червяком. А, не как просто будто так, я уверен. Здесь что-то несколько прокрутить страниц. Ух ты, ну тут, слушайте, что это сразу же в такое? Наш мозг это все не влезет. 1-3, так. Слушайте, окей. Слушай, а давай вернемся назад, смотри, пожалуйста. Здесь какое-то объяснение всему, как вентилятор работает. Ух ты, ну вот это что-то такое интересное. Надо можем вон ли, с ним, короче, можем ли мы с ними погоди что-то поделать? Сейчас, например, кружку забрать или... Я могу проползти, сейчас, погоди, я проползу самый. Так, у него так, кружка. Он... Ага, слушай, наверное, кружку надо взять. Сейчас попробуем. Не, я не могу здесь проползти. И дальше, ну-ка... Я сейчас тихо, они тебя не спалят. Вылезти я не могу. Короче, мне нужно явно вправо идти. Информация, конечно, может и полезна. Слушай, а с вентилятором? Пока с ним... Я до него видишь, добраться. Ты не можешь. Что-то нужно обязательно. Может, нам книжку подложить? Не знаю. Давай сначала давай сюда. Давай вот здесь, реально. Здесь какой-то кофейный. Только почему здесь куча перца? Так, я не могу ничего сделать. Вот здесь вот лежит. Вот сюда, сюда. Перец вон есть. Так, перчик. Так. Можно еще перец взять? У нас же два перца, правильно, что боги? А, мы сейчас им подложим. Перца больше нету. Это плохо. Есть ли сахар? Давай хоть что-то. Не... А может червяка туда подложить? Ну, в принципе, может быть. Слушай, почему-то мы не можем почему-то создать да коктейль. Давай еще в мусорке пороемся. А можем дальше идти? Какой мусорке? Нет, ну там еще вот мусорка. Стой, сахар. А, стой. Да нет, я тут уже нету, понял, что здесь пусто. Смотрели. А сверху кружки, вот, вот тут. Нет, они не жмутся. Вон мотылёк какой-то летает. Муха, да? Муха. Слушай, давай попробуем действительно с мухой, может, поймать ее как-то. Не, он не дотягивается. Опять какой же мелкий. Так, а вот это окошко. Окошко. Вот это. Ого, Юля, а ты как так это? Всё. Это как пятнашки, да? Да, такие? Давай вот это наверх, так. Это вот сюда, это вниз, вот это так, вот так сюда. Ага. Так, так, так. Все, блин, башка. А это башка у нее такая? Походу, да, надо как-то пропустить бошку. Сейчас. Блин. Ну, нас всё лицо затерялось. Дайте сначала. О, мне кажется, если мы выйдем, то получится сначала. Сейчас, погоди. Так. Миш, ну тут как это день. Давай, давай сначала. Я ненавижу пятнашки, если честно. Местная Мона Лиза. Оно сбросилось? Да. Так, ну давай, нам нужно вывести вот эту сюда. Так, далее сюда у нас, блин, слушай. А ты чё с лицом-то? Погоди, я пытаюсь опустить вот эти предметы. Что нам нужно еще опустить? Вот эту часть? Блин, у меня все бы сейчас бы сложилось. Йо, Миша! Сейчас, погодите, решим, я просто пятнашки прям реально не люблю. У меня взяла Юля пульт управления. Да, короче, всё и у нее прям сразу же все получилось. Спасибо, Юль. Мы решили. Всегда только что к нам вашим это услугам. Что нам это дало? Давай, нажмем. А, ну да, логично. Все, видал? Еще... Ого, там что-то нарисовано. Картина. Какие-то... Так, это что за здесь? Хрюшки какие-то. Как будто еще стрелочка какая-то. Может, надо это вскрыть каким-то образом? Вскрытие показало. Так, короче, хрюшки. Давай нажмем вот сюда. Сейф. О, слушай, щет, может, тут что-то с этими связано? Как раз с хрюшками. Да ты че, ну попробуй реши это. Слушай, сколько всего чего? 4 свиньи, правильно? Так. 6 вот этих галок. Одна, один как кролик. Кролик и 5 морковок. 4, 5, 1, 3, да, у нас почему получается? Почему? 6-то где у тебя? А, 6, да. Все правильно. Короче, 4. 5, 4, 6, 6, 4, 5. Стой, 4, давай, 5, 6, 1. Давай так попробуем. Так, стой, 4, 4 5, 6, 6, 1. 1. 4, 6, 5, 1. 1.
4-6-5-1 я набрал. Ты не набрал единицу. Как не набрал, Юль? Оно же здесь все один, давай. Сейчас, погоди. А вдруг мы вообще не в том? Да все верно, давай, один. 1-5 Да блин, Мишка. Есть! Да, вот тебе. Все, выкуси. Ну видишь, короче, неважно. Царь решил здесь все. А так, ты взял перчик, все. У нас есть два перца, все, давай теперь сделаем. Давай готовить. О, слушайте, ну прикольно здесь, давайте. Давай, нам, мы хотим нам огненные, вот это. Короче. Эй, фига себе. Сейчас туда в труху превратится. Ой, кому-то сейчас понравится. Сейчас мы устроим там пожар, и, видать, придется тушить, что ли. Ну, какой пожар? Мне кажется, она сейчас ну, такая... Ну, кого-то сейчас пригорит, ну, пусть Миш. Пригорит, пригорит. И нам сейчас надо заменить, скорее пошли всего, туда. Будет кружку у этой бабы, которая там что-то... А, все правильно. Так-с. Ну, вот, давайте... вот у этого бабца, наверное, надо давай заменить. Попробуем сделать это. Но оно не жмется. Мне кажется, попробовать еще у кого-то. Сейчас. А где мы вообще? Мы... Давай, может, сюда приползем и попробуем. Во, опа. Так. О, видал? О, давай ждать еще. Сейчас она их подпалит. Сейчас. Я тебе отвечаю. Думаешь? Да, подпалила. Себя подпалила. С другого... И что? Ей пофигу. Ты что, просто проперделась и все? Охренеть, охренеть. Может, теперь у того поменяем? И где мы сейчас перец-то будем брать? Да стой, погоди, погоди, погоди. Я просто... Офигеть. Ну и дает баба. Надо было реально с бургером. И что нам теперь делать? Как-то перезапускать. Слушай, или что? Откуда ну... перец-то еще брать? А, может, еще можно нацедить? Кружку поставить? Ну, а, да, точно, мы еще раз можем, например. Во! Фу, я уж думал, все. Ну, это вот, последний ребят. Раз, наверное. Да мне кажется, сколько угодно. Думаешь? Ну, либо будет, типа, повтор сделайте. Ща, погоди, вот, давай теперь давай реально вот этому подсунем мужику, который... Мне кажется, вот с ним... Все правильно. А, это мы? Все, да, давай сейчас. Ой, прогорит как. Сейчас вперед-то... Надеюсь, он на меня там... О, видал? Вот у него, спалец. Короче, нужна реакция. Так. О, слушай, мне кажется, эта башка явно пригодится, чтобы что-то сделать. Сейчас достанем просто. Тихо, погоди, не вылазим пока что. Все, знаешь, как будто ничего такое, не было. Такое, а что, а я ничего. И дальше пьет, ну, придурок. Так, возьмем бери башку, гуся. Мне кажется, надо... Вентилятор может попробовать. Нет, а может ей надо эту... Я дернул вентилятор. И, в принципе, может быть, через какое-то время какая-то вонь пойдет. Стой, а там был показан, как будто... Червяк какой-то. Ну, только тут я не могу предмет выбрать. Слушай, пошли поймаем эту... А, я выключу. Как ее, знаешь кого? Муху. Муху. Давай, пойдем, короче, туда, в тот кабинет. Так, давай, лови ее. Сейчас попробуем. Короче. Давай, этой штукой... Как-то нужно нажать вовремя, что ли? Да, слушай. А, хитро. Блин, слушай, крутая игра. Давай, Мишка, ну соберись. Это еще хуже, чем пятнашки. Да я попробую. На, пробуй. И у меня ничего не получается с этой штукой сделать. Юля, давай как-то... Короче, ты... вот так. О, молодца. Видал? Все на изи просто. Юля в плане механики очень сильно помогает. Так, да. Может быть, что мы с этой мухой сделать можем? Может, как-то ее закинуть сюда теперь с мухой? Погоди. Слушай, а ветер, как будто он три режима, да? Давай почитаем. Погоди, погоди. Книжки. Там инструкция была, что у каждого своя как бы непереносимость ветра, по-моему, как я понял. Погодите, я ничего не... Да что ты листай, а не жми. Так-с. Это все понятно. Так понятно. Один слабый, два средний. Ну да, три, короче, нажать... это самый мощный. Смотри, так. Типа... У этого единица... Кого нам нужно выкурить? Нам нужно выкурить, наверное, эту. То есть, ну, это то у нас на тройку. Тройка, давайте. Раз, два, три. И давайте спрячемся. Может, как бы что-то и произойдет, какой-то скрипт. Давай сейчас. Что-то... Слушай, а может их надо по очереди как-то? Может быть, с краю, типа, думаешь? Ну да, вот этого мелкого. А, слушай, вытурить. Его ненадолго хватает. Видишь? Он раз покрутится и все. Зачем нам столько предметов еще? Лампочка вон. Говорит, все, он выключается. О, смотри, мы можем и здесь что-то достать. О, тема. Так, какие-то, может быть, лампочка. Лампочку? Так. Ой, нифига себе. Ну, теперь горит все. Так, и что это дало? Так, может... Странно. Так, зачем эта лампа? Что-то непонятно, может, зачем мы ее вкрутили. Какой-то нагревательный эффект будет сейчас, я не знаю, какой-нибудь продует или еще что-то. Так, не так-то просто. Может быть... Что сейчас опять? Ну, мне кажется... Стой, я выпустил муху туда. А, она будет она там на летать. Она на свет, и я сейчас муху всех по очереди наразгоню, нет? Да. Так, это ей не понравилось. Она такая, типа, фу. Ей пофигу, короче. Давай в двойку теперь попробуем.
Это Морковкин, наверное, сейчас улетит. Давай сейчас на Морковкина. Морковкин. Морковкину пофигу, нет. Слушай, что-то он... О, отлично. Ручка. Так. Ручка теперь наша. Так, хорошо, предметились. И теперь давай вот, может, на трёху. Этого бобца. Блин, слушайте, здесь какой-то такой квест, он логичный и крутой. Ты реально получаешь удовольствие от того, что... Так, сейчас я, наверное, в кружку, ля. Так, сейчас начнется. Нифига себе! Нормально! Буйная баба. Так, перышко получили. Может, она свалит уже? Ей вообще нас срать. Слушай, надо вот это подобрать. Ну и жесткая же она. Короче, у нас теперь зато есть ручка. Может быть, что-то с графиком можно будет нарисовать? Наверное. Столько, кстати, а вот что с перышком делать? О, леденец. О! Откуда он, кстати, он не появлялся, леденец? Может, так, вывалился я у помню, того что... пса. Я понял, слушайте, здесь так все интересно. Надо сейчас сделать кофе, там вот там же вот, был да еще как раз это с перышком. Понятно, так, слушай, хитро. Блин, слушайте, ну реально. Так у нас кружка, а, вон есть кружка, кружка всегда да с собой есть. Тебе так надо сюда... А, все, все сделаем. Сейчас сделаем все ингредиенты. Слушай, нормально. И фигарим, мы сейчас ей отдадим эту новую жижу, мне кажется, в этот раз... Хотя вот кому отдавать, наверное, опять же ей. Ей, попробуем. Вот теперь ей, мне кажется. Любовная, ты заметь, это любовная получилось. Да, снадобье, да, 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 да. Мне кажется, сейчас пока. Или может быть, ну давайте мне попробуем. Мне кажется, давай ей. Блин, она а как ей раз взяла. Собачара. Сейчас посмотрим. Такс. Давай меняй. Ну меняй. Давай. Быстрее. Во. Ждем эффекта, короче. Посмотрим, что с ней случится. Будем на кого надеяться, там что это сработает. Западет. Так, она в кого-то влюбилась. Все сработало. И... А может, она сейчас уйдет? О, мне кажется, сейчас с этим мужиком что-то будет. О, братан, ты влип. Может, вот сейчас что-то тут надо... Далее. А, пробежать. Ай, пропалила! Нет! Слушай, а как она так палит? Работай. Тихо, так. Что теперь-то с тобой делать? Кружка здесь валяется. Может быть... Я не могу. Что-то пройти с червяком, что-то с червяком, может, надо сделать. Червяк, а что с червяком? Может быть... на бургер. Стой. О, червяк. О. А как, а куда она исчезла? Делась? Странно, какой-то глюк такой, между прочим. Вот это я не понял. Куда она-то делась? Может пройти? А, и вот и леденец. Заметь, это глюк. Это глюк. Да. Мы должны раньше были это сделать. А теперь она исчезла. А, нет, вот да она. Да ё-моё! Как от короче тебя избавиться? Я думаю, ладно, мы сегодня не так много поиграли. Давайте остановимся. Если вы хотите узнать, что же это за красная плешня такая да летала, пишите, ставьте лайки, и мы продолжим. А на этом все. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.